Ну что, всем привет, друзья, поехали сыграем немного с Димой Зевсом, он сейчас в онлайне вот тут, смотрите, да, он сейчас очень доволен, посмотрим, как у него дела, проверочку пропустим, сделаем, чуть-чуть поиграем немножко, да, ну вы все знаете, все это контор, надеюсь, катка получится интересно, обязательно поставьте лайк и поехали. Let's go, рандомчик, ребятки, рандомчик, не забываем, пишем, рандомчик, что выпадет, то выпадет, так и играем. Давайте рандом и погнали, ребятки. Огурчик, let's go. Ох, как же я ошибся, когда написал рандом. Если честно, тогда я даже и не понимал, насколько катка может быть потной, и что мне придется тащить своих раков наверх. А получилось у меня это или нет? Давайте сейчас и посмотрим. GG, просто, меня уничтожают. Так, меня сейчас скорее... О, Каолин, дальше. Ну да, меня скорее всего сейчас в миду будут уничтожать, да. А актива у нас особо как такового нету. Я единственный актив у нас. Но пудж, пудж не знаю, на пуджа рассчитывать не особо хочется. И правильно, на пуджа лучше не рассчитывать. Ну, Аркадич просто заскочил, не знаю, он контент какой-то там пилит. Ну, так я понимаю, с мейна заходит, парень играет. Вот это адекватное решение. Вот если бы так каждый стример делал, который хочет контент запилить, вообще без проблем. За честные битвы. Валикам ассалам, бро. Так, все, пошел, пошел хейт в мою сторону, да. Ну, все, вот это я понимаю, дота. Это я понимаю, все просто меня, да? Кинем скляночку и уходим. В пятером приходят сразу, ага. Пятером уже все сразу здесь. Бегут они уже, принимать они, бегут уже, помогать. Помогать, принимать. Вот такие вот игроки. Кена на миду видят сразу же, поэтому надо с фейк заходить, чтобы такого не было. Все, вард сняли сразу. Ага, хорошо, 5 стиков имеем. Если честно, могу сказать, что в этой катке мид у меня был максимально непроблемный. Я стоял спокойно, восхитил, разменивал хитпоинты, ну и, конечно же, пытался его нагнетать. Что у меня, конечно же, хорошо получалось. Я стоял в итоге 6-й левел, а у него был 4-й. Пока не начались роумы. На лайнах никого нету. Самое непонятное, то, что на лайнах просто тупо никого нету. Ага, вот фен там, на топе, Као на топе. Зевса не видать. Вот он пришел. 4-й левел, кстати, между прочим. 4-й левел, между прочим. Ну, нормально, в принципе. Как говорится, Дима за честный контент, поэтому давайте отмечать эту тему как честный контент. Хорош. Погнали тушить. Охренеть. Мужик, я послушаю еще раз. Сделаю, хорошо. Хорош, челлендж крутой, хорош, задушил. Плюс один в копилочку за честный контент. За честные битвы. ТПшка сразу. Ах ты крыса, таракане. Оп. Ну, затушено, затушено. Но, как обычно, румеры отрабатывают. Но Зевс в миду слабее в любом случае, чем Огр. Но пойдет, пойдет. Парень подсейвил его. Можно смело заявить. За честные битвы. Далее игра шла по стандарту. Я также пытался нагнетать, держал линию в одном диапазоне для того, чтобы он не фармил. И пытался его убивать. Оглядь чуть-чуть. Держим в одном диапазоне лайн, чтобы он не фармил. У него тяжелый мид. Напрягаем чуть-чуть. Напрягаем чуть-чуть. Уж вот этот вот дед. Первые звоночки уже, конечно же, были на ТП-сейвах, но и были последующие звоночки, которые заставляли задуматься о том, что моя команда максимально пассивная, что будет реально очень тяжело. О, так это конечная. Так это конечная. Это конечная. Да. Ребята могут выйти вниз, ребят. Ребята, руны, пожалуйста, тоже контрите, или я один играю. Жесть, просто, ну без шансов. Там без шансов, роумер выходит со суббибом. За честные битвы. Далее у меня созрел идеальный план, как убить все-таки его в миду. Я взял смока, побежал на мид и... Не думаю, что кто-то будет помогать. Хотя, да, по-любому прибегут. По-любому прибегут. Сразу телепорты будут. А я о чем говорю? Сразу ТП. Сразу ТП. Ну, это актив саппорта. ВС моих пассив саппортов. За честные битвы.
Но я, в принципе, не унывал и попробовал что-то выгангивать. Я пошел на нижнюю линию и успешно забрал одного персонажа. Go. На халявную ману не заюзаю, да? Рановато. Ай, нет, самый кайф. Самый кайф делаем. Самый кайф. Так, ну что там Killing Spree делает у нас Зевс? Ну ничего себе. Вот так вот, значит, с Огром постоял, Огр мид слил. Вот дают. Плаку, наверное, возьмем все-таки, чтобы много Magical Damage не влетало. Так, а он на топе фармит, да? Вот тут добьем вот этих крокозябликов. Немного. Далее по стандартику сделали немного мувов, убили Венгу, приняли хорошую драку, и далее я понял, это уже был окончательный звоночек, что у нас просто АФК игра. Сбить могли спокойно. Нифига ты наглый. Ну-ка дайте ему просраться, а. Смотри, смотри, в меня бегут все. 60 маны. Гоу, 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 там маны нету, чудик. МП нету там, дядь. Я бегу в НВМ просто. Там маны нету. Да хорош ты, дядь. Калин, 67 левел. Ну, вздыхать я не хочу тут. Смотри, в меня полетел. О, таракана. Слишком много актива. Найкс фармит. Печаль. Они активнее в разы. Вы боитесь что-то. За честные битвы. Ну а потом уже начался лютый трэш. Погнали на низ, будем кошмарить вот этого таракана. Я так думаю. Оп, к тебе прям, братан, прилетел. О, найс хук, бро. И опять телепорт дает. Телепорт дает. Эх ты. Ну тут сдохнем, скорее всего. Да, у меня Bloodlust есть? Нет, Bloodlust. Тычи. Я пойду фармить, ребят. Вот это против толпы играть вообще не кайф. Но вот это и погрешность, что вот у нас фармит один, и тут второй герой вот так вот. Поэтому как бы проигрываем. Пытаемся драться, да, от гангов, от суеты, но, как видите... За честные битвы. Поехали. Ультует у нас под сейв. Честь. Найк засел и сидит, кайфует. Ну, молодец, молодец. Все, погнали просто АФК. Давайте мидас собирать. Я не знаю, это какой-то кринж. Убивайте просто. Хорошо, застилил. Сайленс. Надо уходить, да господи, эти сайленсы. Тут я умер в любом случае. Да. За честные битвы. Команда Сентинелов имела максимально лютое преимущество не только в замесах, но еще и по вардингу. Ну и тут я уже, конечно же, максимально жестко поплыл. Ну просто потому, что ничего не можешь сделать соло, а команда банально не помогает. Здесь на руне кто-нибудь, ну понятно все. И варды, скорее всего, под руной стоят. Ну а тут я как рачок умираю. А столько мид... А, он подходит и снимает. Вот какой пацан. Найс сапите. А, у тебя вард стоит здесь, вот глубокий прям. Сус. А, у меня начинает подгорать с этой игры, рили. За честные битвы. Абсолютно каждая драка была просто не в нашу пользу. Мы постоянно фидели, умирали, кто-то не нажимал кнопки. Ну и в конце концов нас загнали в хайграунд. Это жестко. Вот командная игра. Очень активно играют. Нас фармят. Жесть, у Пуджика дагер. А не достанешь же, куда ты хукаешь. Ты бы еще отсюда хуканул. А, приколисты. За честные битвы. Я понял, опять та же самая история. Сейвы. Опять толпа. Кнопки верхняя, нижняя рядом никого. Классика жанра тупо. Тупо классика жанра. Найкса уже тут не спасти. Ревейдж влетит. Ревейджем 100%, когда Найкс сдохнет.
за честные битвы. Не собирает. Ревейдж, КД, не знаю, вот сейчас уже нет смысла идти. Тем более у нас там где-то мартретка где-то бегает. О, его хукай, нафиг. Они так быстро, резко полетели. Он сейчас камень ставит и улетает. О, найс, наконец-то я что-то... Что-то поимел. Пока мы пытались сломать Т2, Найкс просто сидел в мартретке и чаи гонял. А потом такой выдает: чуваки, ну я 5 минут АФК сидел и не фармил. Где фарм брать? Т2 и Б. А, глиф отдают, Б. Да, надо Б идти. 5 мин без фарма сидел. Так, вылези с пуш побыстренько и уйди фармить. За честные битвы. Погнали. Один, 4-5, братулец. Это жестко. Не знаю, я просто забил на эту игру, зашел катку сыграть. За честные битвы. А вряд ли он ошибается, он, наверное, не один. Ну да. Есть, ему вообще пофиг. Ну я умер тут, скорее всего. На X-Rage нажми, боже, какой же ты... Какой же ты Найкс. Ну, мартретка максимально адекватная, более-менее. Но на мартретке, мне кажется, мало потянем. Не, Б. Блин, нету маны. Маны нет. Я тут не выживаю никак. Могу попробовать. Хорошо, вот так вот, найс. И по прямой нафиг. По прямой. За честные битвы. Ну и самой крайней капелькой этой каточки было фу-фу-фу такой игры. Это, конечно же, последний файт в этой игре. Жми рейч и туши, где башер, дядя? Ну я тут умер 100%. Айт с кнопками, бро. Бро, жми, плиз. Жми, пожалуйста, жми. Но я опять сейчас сдохну. Где ж твоя кнопка? Как же долго. Как же это все долго, ё-моё. Как же... Ай, ну все. Ну, мы эту выиграли. Мид он выиграл жестко. Я там камбэкал из-за стаков. Вот этих, что ли, стаков? О, блин, Найк слабенький очень. Я не ожидал, что у меня такие подписчики, которые, когда надо, могут сыграть. Да ладно тебе, Димон. Все нормально, как говорится. За честные битвы. Ну, первая катка у нас получилась такая, какая она получилась. Что же нам принесет вторая игра, друзья? Ну и, конечно же, давайте посмотрим. Так, ну что, попробуем. Что тут у нас? Рандомчик, но это судьба. Это судьба, лайфстиллер. На рандомчике, ребятки, лайфстиллер, это очень хорошо. Это очень хорошо. А, ну там у нас... Там еще у нас алхимики, мартретки. Вот это пробивает меня, очень контрит. Ладно, посмотрим, попробуем. Давайте, let's go. Этот раз надо поднажать. Там алхимик, конечно. А почему алхимик не в моей команде? Вопрос можно задать? Вопрос задать можно? Где алхимик мой? Где мой алхимик? Так, let's go. Идем колотить центральный проход. Центральный проход будем сегодня уничтожать. Будем душить. Будем работать. Будем убивать. Будет хорошо. Наверное. Не знаю. Лина в миду. Давайте, пожалуй, сразу. Сразу выдам.
Я на свиньи первый раз, если что. Начинается. Ну вот это жестко. Жесть. Пятый слот это вообще, конечно. Трэшовый челик. Максимально трэшовый. Посмотрим. Это прошлый Найкс, который кнопку нажимает. Там на самом деле контры на меня хватает. Тут Лагуна, тут Импетусы. Стал химик. Жесть, контроль очень. Монолики. О, жесть. Что-то сегодня прям по пикам на самом деле не очень весело. Но у них пик люти. Люти. Портретки всякие, МКБшки. Алхимик, скорее всего, пойдет лайны. На миду будет Лина. Лина будет на миду. Лина на миду будет, скорее всего. Посмотрим, как будем стоять. Посмотрим. Покажи, как надо на Таурене. На Тауренчике парнишка сейчас покажет, как надо тушить. Надеюсь, получится у него. Так, ну ждем 30 сек и погнали. Телушку. Тут вот этот чел будет нам максимально тоже моросить. Это будет... Вот я даже не верю, что там будет какой-то, знаете, фидер такой, который не умеет играть. Вот, ну, рейли. Такое очень редкость. Очень. Очень редкая тема. Будет по-любому там Аганим, Глиммер, Монолики там качать будет. Это жесть, какая грязь будет. У нас Омник есть. Хоть что-то полезное есть в катке. Омник это хорошо. Омник это полезно. Правда, он АФК. Правда, АФК. Друзья, говорит. Вот так напишем. Чтобы парень понимал. Я не понимаю таких людей, которые просто вот этим спамом занимаются. Пусть лучше в муте сидит и играет. Просто и все. О, Котл подъехал. Брат, что у тебя там, чайны? Юзай. Отблинковало. Ах, я прохопался. Хорошо. Ну, отблинковалося. Тут, скорее всего, сейчас будет отпуш. Лютый. Хорош, заблочил крипов, отлично. Отлично, под тэшку прям. Хорошо. Сразу маеночку. Монетка на монетку, есть все шанс? Монетка на монетку. Монетка на монетку. Первое, что покупаем, это сапоги. Скороходы, желательно. Сапоги, скороходы, желательно. Пока уверенно нет. Мне нужно, пацаны. Я возьму куру, стик. Хорошо. Пилочек у него там подъехал. А пока все норм. Пока все норм, фармим. Регенерация, да, я сейчас заберу. Я заберу, дядь. Спасибо. СПС. Падики первые. Так, первый крипочек минусом. Крипстат пока хорошо держим.
Крипстат хорошо, пока держим. Нервозники. Нервозники. Пока агрессивно стою максимально. Но это пока сейчас начнут еще роумеры. Я так думаю прибегать. Хотя там роумера нету. Роумера там нету. В принципе можно стоять. Так, фазики, да? Фазики первым артефактом. Двоечку. Пока что все максимально ровно. Я не видел, что там за руна, есть ли у него ботл. Я думаю, он тут на миду ненадолго. Я очень уверенно стою. Очень нагло стою причем. Очень уверенно, очень нагло. Он ушел. А руна куда-то, походу. Отлично. На базу бегал, что ли? Пишу. Пишу, дядь. Монетка. Так, это фазики, да? Найс. Отлично, фазы есть. Крипстат очень хороший. Очень хороший. Руну там чекали, интересно, пацаны? Интересненько мне. Стой, левел сюда. Агрессивно мид стоим. Сдавать позицию точно тут нельзя уже. Более на таком герое еще никаких проблем не должно быть. Так, руну там не прочекали, да, я так понимаю. Руну, я понимаю, там никто не держит, да? Такие у нас обмены пока что. Прелюдии, можно сказать. Маны там нету. Ну, выгоняю его как могу. Он уже второй раз сейчас потеряется, по идее. Не торопимся, ласт-хитим. Все будет огонь. Все будет огонь. Побежали, пробежимся, парни. Так, рейдж берем двоечку. Пойдем. Сейчас руна будет. Интересно, есть тут вижен? Это мой, по идее, клиент. Стой, дядь. О, это ФБшка, да ладно. Осуждаю максимально. Внизу химик фармит. Го, попробуем. Стан будет? О, найс, так я еще могу успеть. Еще на фражочек. А, там армлеет. Маны нету у меня. Маны нету. 6. Вот это я тут дамажу. ТП дал. ТП дал. Испугался. Понял. Погнали на мид дальше. На мид дальше. Хорошо. Это вам не шуточки. Жалко, я ничего не забрал там. Лакомый кусочек. У меня 40 крипов, это очень достойно. В армлет быстренько выйдем, будет хорошо. Армлет выйдем, будет по кайфу. Только там у химика уже армлет. Это плохо. Это плохо.
База Денгана. База Денгана лучше, чем... Это плохо. Я думаю, он на стаке куда-то ходит. А, вот он. Хорошо, ну я его зоню, найс. Пусть бегает по карте. Пусть бегает. Армлет сделаю, пойдем что-то душить. Пользоваться надо своим героем. Мид гоняю. Мид гоняю, но не более. Ребятки, руны не контрят, да? Еще мартретка там, я забыл про нее совсем. Так, ну почти есть армлет. Давайте вот так сделаем. Почти есть 500 золотых, ребят. Ну, 9-я минута, армлет должен быть, крипстат очень лютый. Хорошая катка. Пока что все ровно. В лейтгейме будет у меня проблема, я так думаю, с алхимосом. Ой, не добил. С алхимиком проблема будет. Побежали, выйдем сюда. 18 маны. ТП дайте. Чуваки. Очень далеко идут. Боже, какие промахи лютые. Армлет. О-о-о. 45 маны. А армлетить будет. Армлетить будет. 50 маны. Нету кнопок, дядя. Я на базу схожу и приду. Я чисто такой. Боже, что он делает, этот чувак? Дайте экспы с него. Хорошо, пойдет. Хотя бы так. Хотя бы так, эти армлет мартретки. Ничего, переконтрим. Пойдет, у меня главное левела хватает. Мид что-то у нас там колотит. Так, и алхимик там фрифармит, да? Так, ну это в принципе у меня есть армлет. Я не буду, наверное, продавать. Так вот. Сделаем. Ну и хорош. Четко по таймингу. Ты че, дядь? Я сейчас задую, дядя. Если че. Чувак, тебя сейчас сдует. Жалко, кнопки нету, боже. Меня так микро КД подвело, сейчас жесть просто. Можете, что с ней, с этой мартреткой делать на армлете? Вопрос можно задать? Что с ней делать? Пока какого-то ДПС не возьмешь нормального, я ее походу не пробью. Так, рейд в 4, погнали. Отлично. Он таракан вонючий, а? Что делает? Ульту апнет, парень. Ульт, апни. Пожалуйста. Ну, под ультом сможем мартретку забирать. Не могу. Если б не микро КД, это вообще пофигенно было бы. Это микро КД. Что она там опять под таврами ходит, убивает все? Что это такое? Это жестко. Котла бы убить. Я аж так в наглую не забегу. Забегу. Забежал. Хорошо. Двенадцатая минутка. Интересно, что там по рунам.
По рунам, ребятки, руны собирают. Или нет? Алхимик по-любому уже радик имеет. Ну, химика никто даже не думает гангать. Там Свен первый раз играет. Если там руна инвиза какая-то будет, будет очень тяжело. А нету, да? Нет. Погнали, на базу сходим. Нет смысла тут стоять сейчас. Дэмэдж возьмем с ультимейта, потому что мартретка в лоу хп, ее надо чем-то пробивать. Надо будет чем-то пробивать. Я, наверное, в Радиенс буду выходить. Радиенс. Алхимика я не потяну сейчас. Никак. Надо толпой. Ну, у нас, видите, как АФК. Просто и геймплей сейчас АФКшный немножко. Ну, как немножко? Не немножко, а полностью АФК. Полностью. Топгу драку. Хотя не буду залазить, хотя нет, гоу. Пойдет. Ой, молодцы. Сейчас еще эту курочку заберем. Уль, держи, держи до последнего, уль, да? Держи до последнего, да? Ай, блин, ковался. Гоу, пофиг вообще. Репел кидает. Забавный парень. Забавно. Сейчас алхимика тут, по идее, выцепим, да? Че, мартретка там еще буянить собралась? Вот пофармим и пойдем дальше. Че дела? Че дела у нас такие себе? Надо душить. А я умник за свое все равно. Все равно за свое. Пойдет. Блин, и почти юл. Алча сакрет. Хорошо. Ну, 1000 не дофарм у меня. Может больше. Может больше. Ну, в сравнении с алхимиком. Алхимик-то это алхимик. Это не Найкс. Поэтому фармим пока. Тэшку заберу. Пол сакрада. По-любому в Радиенс, потому что мартретку дополнительно будем подконтривать. О, еще крипулев тут заберу. Будет хорошо, если я все-таки сакрад куплю заранее, перед дракой. Чтобы в драке не облажаться, не сдохнуть и не потерять золотишко. 9 левел химик. Но он просто что-то фармит и все. Там внизу уже драка пошла, да? Погибает. Но нет смысла туда золото пушиться. 100 золота. Редко на топе. Так, есть. Сакра сейчас заберем. Так, на Т2 я уже не успеваю, да? Эту тэшку отдаем. Печалька. Эту тэшку отдаем. Сакрет имеется. Хорошо. Рунба. Рунба Мауя. Рунба. Рунба Мауя. Интересно, какого уровня алхимик по скиллу? Чтобы понимать, что от него ждать. Нормалин или на 2+. А уже нет смысла давать ТП, да? Котл отсюда задувочку будет давать. Я лесочек, наверное, 600 золота. И гоу. Фармим. Радик и драка по КД, пацаны. И все.
У нас Свен фармит, я фармлю. А я фармлю значимую мне кнопку и иду ломать пацанов. Хорошо. Восстановили немножко HP. Сейчас Радик и Даггерочек сразу. С Радиком пойдем подеремся уже найсово. Радиком, надеюсь, сейчас не заблочит. Тут монетку хочу. Монетку, найс. Припев оставят. Хорошо. Хорошо. Если что, сплитить будем. И вдруг катка будет овер тяжелая. Так, ребята там тянутся, растягиваются куда-то. Чантрес арчит делает. Задержится и ТП, да? Оп, вот так вот. Плохо, что я не успел. Добью Т-шку спокойно. Это ГГ, чуваки. Это ГГ. Тэшку гол заберем. Соло. Ребята торопятся. Ну, отдам лучше. Опа, на развороте и пошло дело. Хорош. На разворотике. Опа, на развороте и пошло дело. Хорош. На разворотике. И Т-шечку. И Т2 можно. Погнали, ребят, что стоим. И Т-шечку, и Т2, и Дагерочек уже есть. Я думал, я сейчас вылезу опять под стан, потому что там анимацию просматриваю. Жестко. Хорошо, next молния. Next молния. Хорошо. Забираем сразу Кура, у нас соло Кура. У нас кого-то не хватает, по-моему, да? Кого-то не хватает. Маска в Дес, что там тушит, по-моему. Дядь, да я тебя победю. Ну,
Вот и все. Законтрили армлетик. Добрый вечер, дорогой. Так, вот этих чуваков стакнем. Хорошо. Свена, ну, Свена почти подсейвили. Не удалось. Молнию некстом. Проблема будет, возможно, диффузиалы придется тарить. Проблема будет диффузы тарить. Печалька. Настоящий, но с ног нагло идет. Они просто вместе бегают. Да как так уворачиваюсь, алло, что за чушь? Охренеть. В смысле без варда прыгнул? Я, между прочим... За честные битвы. О, здорово. Хорош. Что далее? Наглеем, тут уже все у нас овер перефарм можно наглеть. Алхимика нету, Т2. Овер перефарм. Интересно, что там у алхимика. По низу, го. Что там у алхимика? Смотреть бы хотя бы, что там у него. Что у алхимика. Просто проблема в том, что алхимик может очень много грязи делать, как только у него дагер появится. Манта, дагер. Тяжко очень будет. Очень тяжко. По низу, ребят, направили. Сами сейчас лесочек немножко постоим. Выйдем на руну. Берем молнию. Молнию, возможно, апнем. И дальше нужно МКБ какой-то. МКБ. Там промаха очень много. Регенерация. Реген надо забрать. Просто молния офигенно сейчас поможет тем, что я смогу массуху просто раскидывать. Ту-ту-ту-ту-ту, вот так и все. Не, репельчик, я побежал, дядь. Хорошо. Два. Можно Рошана пойти будет. Что там, ТПшка есть, ТПшка есть, Мартетка, Башар, Яша. Яшка. Так, у нас ХГ падает, да? Это плохо. Это плохо. Это плохо, что ХГ падает. Давайте башер купим. Ломают пацаны. А попади по ней. Гниль, а? Не попадаю просто по ней, все. Просто бы не помогаю. Не попадаю. Башеры, если что, разберем. Низ не сломали. Да, жесть. Даже не били. Ладно. Башер зря взял. Кстати.
Очень зря. Тревел надо будет теперь. Плота нет, потому что... Свен мумчик. Хорошо. Огоним Лином. Дал. Замедлил. И улица будет. У меня рейджи есть, все есть. Рейджи есть. Отлично. Это печально. Сейчас я могу тоже отъехать. Отходим. Промахи, промахи, надо промахи убирать. Промахи убираем, катку одобряем. Промах надо убирать. Пацаны, играйте в доту, пожалуйста, с нами всеми. Most people can't even decide what color to wear or which burger to eat. Млет, армлет нажми. Autonomy is an illusion. Пипец. За честные битвы. Сейчас радик, наверное, дропнем. Погнали. Радик. Вообще, молнию и МКБ жесть, то так быстро нужно арты сейчас поднять. Я могу молнию апнутую сделать. Молнию апнутая, это хорошо. Чтобы быстро вгрызаться. Радик пусть пока будет. Вообще нужно МКБ, это максимально нелогично играть со всеми фулл бустами. Давайте армлет дропнем. Вот так вот сделаем, да? Армлет дропнем, тут косарик 1200, но еще фармим. Еще фармим. Зачем я на базу иду, не понимаю. Го по топу. Го по топу. О, смотри, цепляет Свена неопытного. Неопытного Свена задушил. Призрак тоже там подставляется. Башер лишний тут намного. Намного позже надо было его делать. Позже надо было делать. Я один керри в этой катке, поэтому будет крайне тяжко. Не передамажит. Ну вот просто от вижена работают пацаны и все. От вижена и работают. Чалька. Рошана могут забрать спокойно. Пацаны. Это Рошан подъезжает. Не знаю, мне кажется, обисал, я его не сливаю. Зубы будут драка делать, да? Так, это 1000. Еще 300 б, уйдите. 1300.
Только бэшку. Надо. Это вот так вот делаем. Алхимик. Алхимик слабый там. Максимально. От ТГ. Инчу бы первую тоже слить. А вот сейчас жесть как молния не будет подать. Next молния. Нужна. Молния. Хорошо. Молния, это хорошо. Шо, пацаны? Куда вы? Куда вы, парни? Все. Дефтоп. Боятся меня как огня, я не знаю. Просто убегают. Бежать, это Найкс. Это страшный Найкс. Бежим отсюда. Жесть. Сейчас молнию. Абисса, молния и еще что-то лютое. Возможно, что-то типа хикса. Жестко будет. Что-то типа хикса. Мне кажется, в миду сейчас будут стоять, чейсить, нападать. Что-то у меня такое вот, знаете, ощущение. Да, есть у вас такое ощущение? Монетка. О, алхимик бабахнул. Пусти, 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 где он там? Вот зверь, а? Ну, крип скипать будет, да? Скипает. Ладно, я подержу тут крипов. Алхимик слабоват. Это венга, венга. Молодец. Они будут мид толкать, да? По ДДшке. Йо мид. Давайте, знаете, что сделаем? Разберем, берем сакрат, вот эту тему сюда. Вот это сюда, вот это вот так. О, найс. Вот это мне уже прям очень нравится. И под телепорт слот остается. Фармим слот под телепорт. И идем в ванвей просто. Алхимик, жесть, как крип, прессается. Все, я готов, я максимально опасный. Сразу соло-таргет какой-то под репелом можно цепануть. Хоть его, хоть других героев. Писал. Радик жалко. Сейчас не будет сбивать телепорты всякие блинковые и прочую всякую тему. Но Абиссал есть на контроль. Контроль Абиссал. Контроль Абиссал есть. Развели меня на телепорт, получается. Ну, либо ХГ теряем. Надо бежать. Три подачи просто. Отдыхаю. Хорошо. Жесть, просто три подачи. Сам. Жесть, три подачи. Отлет просто. Надо бежать. Да, меня, получается, развели. Мартретки Аегу слили, найс. Если чуть потянут, поддержит. Хорошо. Крипа, чтобы хильнуться. Крипа, чтобы хильнуться. Марита дохлая, хорошо. Так, у нас топ почти сломали, но мид надо ломать. Мид надо ломать.
Да давай. Эй, где ты там, братулец? Жесть, кайтят. Глифы еще. Глифы еще. Боя надо. Я просел. Пусть чуть выйдут. Ну, а ничего, GG. Проиграли. Честно, выигранные круги. Ну, это ж хорошо. Ну, вообще, игра красивая очень. Аркадий молодец, сильный бой дал очень. За честные битвы. Пусть чуть выйдут. Хорош. Ну вот это другое дело, ну реально, максимально другое дело. Вообще, ну типа на коре, вообще без проблем. Вообще без проблем. Это жестко. Давайте сейчас спросим. Записал? Как надо. Так, он от топ, да? Упадет сейчас. Хорошо. У меня тем временем появляется золото, чтобы еще один артефакт купить. Вот это я понимаю, дотка. Так, ну, Лас с лотом. Что прикупить? Вот это вопрос. Можно еще Буризу здесь взять. Можно взять еще контроль. Манту сделаю. Там Сайленс. И МС дополнительно. И шарт еще будет. По топу, го. По топу гол. По топу гол, ребятки. Манта офигенно зайдет. Только жалко, не будет никаких телепортов. Они сейчас могут здесь прийти на поддеп. Я с леса выбегу. Так, делаю. Хорошо. Вообще, пацан, ну сразу меня загрыз. Хорошая игра. Аркадий дал сильный бой, молодец. GG. Вот это другое дело. Это лайфстиллер. Это лайфстиллер. Ну, сейчас добиваем и GG. Добиваем и GG. GG. Добиваем и GG, пацаны. Ах ты таракан, да, вонючий?
А меня тут, по идее, не убивают. Хорошо. По идее, не убивают. Я в этой гадке не должен подохнуть. GG. Вот это я понимаю. Ну что, сейчас послушаем комментарии. Неплохую катку оформил. Оформил, можно сказать, соло. Вот это я понимаю, вот когда просто берешь все в свои руки и делаешь то, что должен делать. Правильно? Правильно. Вот и все. Куда поехал, дядь? Куда поехал? GG. Отлично. Хотя бы со второй попытки выиграл. Хотя бы со второй попытки. Сразу надо просто брать кора в таких играх и все, и не париться. Максимально никаких проблем не будет, если кора берете. Если умеете плеить, то GG. То GG. Хорошо. Ломай. GG, ребят. Ну что ж, это была катка с Зевсом фристайлом. Ну, со второй попытки задушили, как говорится. Как говорится, задушили. Но сейчас, как говорится, послушаем, что он там скажет нам по поводу этой игры. По поводу первой там все и так понятно. А по поводу второй, что можно сказать? Послушаем. Я получил власть, о, которая о, и не снила своему отцу. Да, насчет первой игры там понятно, чего не хватило вам для победы. Дай пару комментов. Ну это ж пару комментов для ролика, я правильно понимаю? Слабый мидер. Вот все, что вам не хватило. Членам. Не доигрываю, надо ТБшки играть опять начинать. Не чувствующие вообще не контролю, просто как чмошник сыграл. Недоволен своей игрой, точнее вообще. Плохая игра. Ну, она честная. За честные битвы. GG. Да ни на кого не буду скидывать никакой вины. Ну, типа, я не доиграл, там, кто-то еще не доиграл, там. Ничего страшного. Игра есть игра. Так, ладно, бар алхимик. Адекватно. Красава, а что-то красава. Надо, спасибо еще раз. Ну что, пацаны, вот такая у нас каточка получилась. Поддержите других стримеров, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Конечно же, следите за другими видосами. С вами был я, Ксаназос, ребятки, и до скорого. We'll be right back.